Уважаемые жители и гости Восточно-Казахстанской области, просим вас быть внимательными и не поддаваться на многочисленные ухищрения мошенников. В этом ролике мы расскажем о распространенном способе мошенничества. Вам звонят с незнакомого номера, представляют сотрудникам банка, легко оперируют финансовыми терминами, сообщают, что произведена подозрительная операция по переводу денег с вашей карты или произошел сбой в работе интернет-банкинга. Для предотвращения или исправления возникших сбоев злоумышленники просят у вас полные данные карты CVV или CCV кода, пароли из SMS-сообщений. Мошенники могут использовать подставной счет. Говорят, что это специальный безопасный счет. И это все делается якобы для сохранности ваших денег. Вас приветствует старший специалист. Меня зовут Тарасов Артем Сергеевич. Мой ID-номер работника 750-75. Александр, я так понимаю, последние переводы по вашим картам и счетам вы не подтвердили, правильно? Да, правильно. Я фиксирую данную информацию, объясню, что у вас произошло. У вас произошел взлом личного кабинета Сбербанк Онлайн и были неправомерные действия не из вашего региона. А также была задействована функция перехода на банки-партнеры. Уточните, пожалуйста, клиентом какого банка вы еще являетесь, помимо Сбербанка? Никаким. Только Сбербанком пользуетесь? Да. Кто-то из сотрудников банка, кто владеет информацией по вашим картам и счетам, пытается у вас украсть деньги с вашей карты дебетовой нашего банка. Поэтому вам в срочном порядке нужно обратиться в отделение банка и обналичить деньги со своей карты, чтобы их не украли. При получении звонка, схожего с номером вашего банка, уточните имя, фамилию, должность и немедленно перезвоните в колл-центр банка, чтобы удостовериться в ситуации. Имейте в виду, что все номера колл-центров работают только на прием звонков. Не совершайте никаких операций по инструкции мошенников. Помните, работникам банка нет необходимости узнавать у вас данные по карточному счету или паролю интернет-банкинга. Если вам позвонили и говорят, что они работники банка, выслушайте их и после окончания разговора перезвоните на известный вам номер колл-центра. Уважаемые граждане, соблюдайте определенные правила, и вы предостережете себя от преступного посягательства. Берегите себя и свое имущество.